2 июня на Курганском ипподроме прошло открытие 22-летнего бегового сезона. Старт соревнованиям дал директор департамента агропромышленного комплекса Сергей Пугин. Мы рассчитываем на то, что в этом сезоне у нас будет более 20 беговых дней. Это очень неплохо. Уже сейчас это 8-й беговой день. Соответственно, будет традиционно проведен у нас Кубок губернатора Курганской области. Традиционный чемпионат России среди женщин-наездниц в памяти Марии Бурдовой. Ну и, безусловно, очень хочется, чтобы все больше и больше зрителей приходило на трибуны. Потому что, по большому счету, это праздник для них. Праздник для зрителей был увенчан межобластными соревнованиями. Участники из Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Республики Казахстан состязались за 9 призов. Наездники на лошадях рысистых пород преодолели дистанцию от 1600 до 2400 метров. По результатам 5 призов досталось представителям Зауралья. Также на ипподроме прошли состязания по конкуру. Это один из самых зрелищных видов конного спорта. Спортсмены верхом преодолели барьеры различной высоты от 80 сантиметров до 1 метра. Добавим, что в этом году на международном чемпионате среди женщин-наездниц, прошедшем в Финляндии, сборная России заняла первое место в общекомандном зачете, а наша землячка Наталья Гуркина заняла третье место. Дмитрий Долгих, Владислав Базарев, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру».